Всем добрый день. В Питере уже второй день подряд солнышко. А это лечебный подарок. Такой несколько съедобный. Кто-то представился. Привет. Пока я был на работе, пришел курьер и принес от любимой приятные вкусные летние фрукты. Клубничка, манго и дынька. Салам. Как жизнь? Вот так вот жизнь. Как этот прекрасный букетик. Вкусный. А у вас как? Что за операцию делал? Все по мелочи. Несколько личика, несколько... Так, надо отключить звуки. Опа. Привет Тюмени. Привет из Риги, Якутск. Супруга радует, да. Собственно, вот так. Сегодня делали запись новой съемки. Открываем новую рубрику «Разрушение мифов». И ждите скоро на канале. В течение недели мой оператор все смонтажирует и выставит. Привет Тернополю. Почему редко захожу? Ну, как же редко. Не меньше, чем раз 5-6 в неделю точно выхожу. Привет Зарине передать. А, как самочувствие? Шикарно. Осталось, чтобы можно было начать уже мыться, бриться. А так все будет хорошо. Привет Нижневартовску. Результат операции? Результат операции будет позже, наверное, недельки через 4 можно будет показать. Привет, Уфе. Спасибо за хорошие комментарии. Ставьте больше сердечек. Чем их больше, тем красивее на экране все происходит. Вау, спасибо. Что на лбу? На лбу еще до сих пор нитки из глаз торчат, а это пластыри, которые, соответственно, их держат. У Миронова лучшие банки? Ну, наверное, Серега вообще парень позитивный. Привет, Брянску. Сейчас начнем кушать фрукты. Я сейчас вам их еще раз покажу. Опа. Вот они. Меня показывали по новостям, конечно. Новости тоже хотят, чтобы их рекламировали, смотрели. По паспорту? Да, по паспорту тоже шпак. Нос новый? Нет, нос старый. Показать маникюрчик? Маникюрчик. Это он. Меня повязали за стероиды. Если вы смотрите новости и верите им, то, соответственно, наверное, так оно и было. Когда в Челябу? 5 рано с утра будем там. Что за операция, ребят, уже рассказывал. Смотрите на лайв-канале, там выложено видео с перископа, там рассказываю все, что делал. Передать привет Полине. Передаю. Сколько мне лет? 18+. Новосибирску привет. Там много кто был. На Украину посмотрим, мой принял. Впечатления от Таиланда очень позитивные, новые друзья и очень интересные ребята. А так, тропики, мы обожаем тропики. Самаре привет. Пскову. Зачем я крашу ногти? Хороший вопрос. То есть у нас сегодня рубрика «Ответ-вопрос», да? Ну, как зачем? У вас в возможности есть иметь натуральные ногти, а есть цветные. Я убираю цветные. Вам как больше нравится? Что с глазами? Глаза после операции восстанавливаются. Пью ли кофе по утрам? Кофе по утрам не пью, потому что меня после него мутит. В душе не пою, потому что на это нет времени. Смотрели видео. Это хорошо. На самом деле хотел анонсировать, что сегодня мой администратор выложит, а, наверное, с завтрашнего дня, наверное, или с послезавтрашнего, выйдет фигура моей мечты, у моей любимой. Там будет у нас 5 серий, которые будут выходить с эпизодом в 48 часов. И там будет, соответственно, выходить разные интересные вещи о том, как она изменилась за последний год. С фотографиями, какая она была до и какая стала сейчас. Тут у нас много так новых комментариев появилось. Видно, новые люди присоединились в перископе. Интересно, господа, вы зачем присоединились в перископе, если вам я так не нравлюсь? Можно ли закрыть центр... Зубы свои? Зубы свои, конечно. С интернетом? С интернетом у нас везде в России плохо, как, впрочем, и за рубежом. Как мужчина может красить ногти? Легко. Так же, как в древности все красили практически глаза. Начиная от египтян, заканчивая кельтами и многими племенами, которые жили и вообще на разных континентах. И нет, ужасный. Лагаю. Ну что сделать? На самом деле я буквально ненадолго, потому что сейчас я буду кушать, потом у меня следующий клиент. А вечером мы с супругой идем в Лэнд и уже оттуда будем выходить. Потому что теперь у нас около дома не азбука вкуса, а Лэнд. Все.
Тогда не буду вас отвлекать. Вечером обязательно выйдем в интернет, в Перископ. Уже будем вдвоем. Вдвоем у нас всегда веселее это проходит. И со всеми обязательно пообщаемся и узнаем, что у вас произошло интересного за день. Всем пока. Это был я.